Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о неком сайте smallmedia.ru. Сайт занимается за вирусной рекламой. Как написано, тут он. Сайт, вам скажу, лохотронский, короче, вот что я могу сказать. Потому что вы больше будете получать баны, заморозки ваших страничек ВКонтакте, чем вы будете получить какие-то деньги. Не думайте, что не ищите легких путей. Не бывает легких денег. Даже в интернете тем более не бывает. Интернет есть интернет. Виртуальная сеть. Будут больше стараться вытянуть с вас, чем заплатить вам. Потому что любой человек, который берет обязательство, там, нанимает кого к себе на работу, там заключает либо какой-то договор, либо что-то подобное, то есть какая-то гарантия, что ты сможешь эти деньги выбить. Но на таких сайтах это уже как бы под честное слово. Ну какое честное слово? Ну ясный пень, что это развод. Я просто решил попробовать сам посмотреть, что это такое, дабы вы не наступали на те же самые грабли. Но не видите. Я тут писал выплату, запрашивал запрос на вывод средств. Вот. Это одна страница, еще одна страничка. И там сколько уже прошло? Дней 15, наверное. Скоро уже 20 дней будет. Они до сих пор выводят. Писал туда, думаю, ну знаешь, что смысл. Пару раз ответили. Последний раз мне ответили. Сказали, что мол, мы вам ведем вне очереди, выведем деньги, вернее, вне очереди, напишите вот нам ваш адрес ВКонтакте и кошелек. Я не понимаю вообще, а для чего тогда пишется все вот это, статус, вот это, кошелек, ID выплаты. Это в этом смысл. Ну ясный пень, что это развод. Те, кто платит, они платят. Они обещают. А это, в общем, мой вам совет. Никому не советуйте его. Ничего вы тут не доработаете. Ну что, легких денег в интернете не бывает. Но если есть что-то бедное, то вам об этом хрен кто будет распространяться, так как... Ну это, конечно, я сомневаюсь. Деньги можно зарабатывать, либо создав свой сайт личный, и заключить партнерство с кем-то. Или, допустим, создавать рекламные там площадки на своем сайте. Только так. Партнерские программы, ну, вещь интересная, но тоже очень скользко. Я тут тоже решил проверить, тоже потом расскажу об этом, стоит ли или не стоит. Как бы делами по воде писано, понимаете, сложно сказать. Ну не буду забегать вперед, что будет, то будет. В общем, хочу просто вас предостеречь, дабы вы не наступали на те же самые грабли, потому что лучше уж я на себе проверю, чем масса людей будут идти в этот проект, на кого-то, кому-то помогать зарабатывать, а именно на вас зарабатывать, а не вы. Потому что
те, кто платит деньги за рекламу, это одно. Ну, за рекламу, там, что там, сообщество, там немалые деньги платят. Но именно этого им же жалко, вот этих жадных пиалочников, таких мошенников. Ну, в общем, вы меня понимаете. В общем, статус этого сайта Лахатрон. Развод. Развод. Все, спасибо за внимание. Всем смог, всем помог. Подписывайтесь на мой канал. Будут еще новые видео. Будем выявлять сайты мошенников. Мошеннические сайты. А их очень много в интернете. Я прошел этот путь. От А до Я. Тоже по первому времени, когда еще не носит такое, вляпался в разного рода истории, там один сайт, вот мы вам заплатим 20 рублей за просмотр, там рекламу, ну или 12, что-то такое, вот, при, там, заработать 500 рублей, может выйти, в общем, масса всего, так что, будьте внимательны. Где вам обещают золотые горы, никаких, ничего там вы не получите. Потому что все, что где прямо вам обещают, что вы тут заработаете. В общем, те, кто хотят платить, они будут платить, понимаете? А те, кто разводит людей, ну, даже просто посмотреть комментарии. На то, как люди обманывают, то некоторые уже давно. Люди работали и тоже ничего не получили. Месяц прошел, и два. Ну, развод, естественно, сразу понятно, что Лахатрон. Все. Ну, наверное, все, на этом заканчиваю. Не буду утомлять. Ждем еще видео, будет видео. По партнеркам поискать партнерские программы, да, жилье. Все, всего вам доброго, будьте осторожны, пока.